Привет! Вы на канале компании «Каркам». И мы сегодня приехали на Санкт-Петербургский международный мотосалон. В этом году ему исполняется 10 лет. Давайте посмотрим, что там внутри. В общей сложности представлено более 100 уникальных экземпляров мототехники. Вот один из них – мотоцикл, который может передвигаться по воде. А эти мотоциклы принадлежат легендарной питерской команде, которая занимается стенд-райдингом. Сегодня на мотовыставке «Имидж 2019» мы представляем аж 3 самых топовых, самых интересных бренда от японского производителя, таких как Kawasaki, Honda и Suzuki. Мы привезли для вас самые интересные новинки 2019 года. Выставка проходила с 19 по 21 апреля, но мотосезон только начинается, и впереди много интересных мероприятий, которые мы с вами посетим. Поэтому подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех интересных событий. С вас лайк, пока!